Прямо сегодня я затроллю одного неадекватного стримера. На! Что? Что, твою? Три, два, один, погнали! На! Откуда ты знал? Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня я затроллю одного неадекватного стримера Артигзу. Я притворюсь Махмудом. И у меня будет в наблюдателях один чел. Один чел — это мой второй аккаунт. И знаете, что самое интересное? Это будет необычное видео, потому что я тут пытаюсь откамбэчить. Я сначала попадамся, чтобы он мне выиграл 9-0, а потом откамбэчу и попытаюсь его затащить счетом 10-9. Это будет невозможно. Все, брата, вперед на стрим Артигза и го отправлять ему донат. Тринит ничего не знает. Не догадывайся, на улички, ты моя. Ща я ему отправлю донатик и приглашу его на дуэль на Тиранбите Голд. Во мне послышалось. Все, ништячок, я уже подготовил донат. Махмуд, давай сыграем дуэль на Тиранбите Голд. Тут не смейся, я нубик. Мой айди. Идеаленько. Все, Найс, я ему кинул донат. Давайте посмотрим на его реакцию. На какой нахер Киргол? Да какой Киргол? Пацаны, да на дуэль с Кирголдом задонатили. Ток, не смейся, я нубик. Ну бло! Ну бло, по-моему, задонатило на Киргол сыграть, пацаны. Ой, ребята, походу мы его очень сильно огорчим. Погнали в лобби. Все, ребят, ништяк, я его уже пригласил в лобби. Я жду, чтобы он зашел, и как только он заходит, я быстро нажимаю кнопочку «Играть», чтобы он не спалил, что есть один наблюдатель. Так, быстро, запускаемся. Имба! Все, ребят, ништячок, я зашел, он зашел. Но самое главное, наблюдатель тоже зашел сюда на базу. Хоть я и могу наблюдать, где он находится, но тем не менее, ребят, это будет очень сложное видео, потому что я должен откомбэчить счета 9-0. У меня не будет просто-напросто права на ошибку. Ребята, прожмите лайк за это видео. А обязательно подпишитесь и напишите любой хороший комментарий. Кто напишет больше всего комментариев и посмотрит видео без перемоток, то я ему подарю вот этот вот ножичек стилета, что у меня. Блин, знаете, чем вспомнил? Я забыл Киргол применить. Он пишет, ты где? Я сзади. Пишет, покажи Кирголд. А где Кир... А где Кирголд? Алло! Блин! Я забыла применить! Все, Кирголдик применили. И заходим обратно. Все, Кирголд на базе, мужик! Иди на мид, покажу Кирголд. Давай, пацаны, я не верю, что у него есть Киргол. Прикиньте, если реально, его реально сейчас тупо вынесу. И плюс Киргол, это будет уже мой второй Керамид Голд. Вот, Кирголдик мой, как тебе? Да у него тычки Хармони, мужик! Ничего себе! Что? 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 Начинаем играть! Играем онли бэй, Тёмочка, блин, ребята. А, он сейчас там крысит в углу, ребята. Он вот тут, вот тут, в углу. Все, он пушит меня. Смотри, сейчас будет мимо слина. А! Я притворяюсь полный нубом! Все, нормально. Просто представьте, как же он радуется. Он уже чувствует, что Киргол будет у него в инвентаре. Ну, дядь, нет! Зря ты губу раскатал. Знаешь почему? Да потому что не будь я Кирголдика, сладенький ты мой. Надоели скучные однообразные игры? Тогда я тебе советую окунуться в мир One State. One State — это уникальная отдельная игра с своей механикой и физикой. В игре ты можешь быть кем захочешь и делать что захочешь. Прям симулятор реальной жизни в твоем телефоне. Погони, перестрелки, скучно точно не будет. Сотни людей будут играть вместе с тобой. One State совершенно бесплатный, также без надоедливой рекламы, как в остальных играх. Скачивай One State по ссылке в описании прямо сейчас. Заходи ко мне в игру и получай подарок по промо Кент. Нормально. Он сделал себе эмочку некромансер. Кстати, очень красиво. Я буду тоже стрелять. О, вот так вот так и сделаю. Типа я вообще там потерялся в пространстве. Смотри, что... Ни разу по мне попасть ему. И давайте я обойду через Тёмочку ради интереса. И при том, знаете что? Я не буду шифтить, я буду топать, чтобы он меня по-любому услышал. Специально. Он пишет... Готов, Кирголд, ага. Ты там, говорится, губу закатай обратно, дорогулечки, ты моя, Кирголд, готов. Оп, оп. И специально на пули становлюсь. Я его сейчас на нож возьму. Сюда!
Пацаны! Пацаны, лайкос за это поставьте всех, кто сейчас на стриме! Просто уничтожаю! Меня посадили на тычки! У меня, кстати, есть новый М40, М40 монстр, посмотрите, какой он красивый. И давайте, я сделаю лишь, типа, я прямо, знаете, какой-то прям жесткий донатер. Я хочу ему показать все мои самые дорогие скины. Сейчас он меня замочит, чекайте. А, он меня уже с М40 пробует мочить. Я чуть стреляю просто в рандомные места всего. Ебать, нубяра! Если вы смотрите это видео, значит оно выйдет по-любому разносным. Поэтому я думаю, у меня все выйдет, правильно? Самое главное, это вера в себя! Ауф, все, я ему написал, я не играл 2 недели. Все, пацаны, погнали! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Просто что я делаю? Просто я делаю вот так вот... Ой, ля, у меня аж планшет упал. Пять-ноль. Все, типуля обрадовался, думает, Керголдик поднял. Но ты не забывай про мой секретик. Это называется мой секретик, при помощи которого я тебя замочу. Пошел на лонг. Пошел на лонг. Идет мне пушить, идет мне пушить. Вот так делаю, вот так делаю. Сейчас мне поставить маслину, чекайте. Сейчас прыжка в голову там. Хана, он дубосос промахнулся. Голову. Сюда! Сюда! Ой, в прыжке! Хорошо-то как! 6-0! Вот с кем оружием играют все нубы? М60! М60! Это разнос! Ща ты меня, дядь, получишь по... У него авик, ты ха! Обалдеть! Он играет на керамид голд, он играет на керамид голд и тупо бежит. И тупо, пацаны, бежит на меня, даже не пытается посмотреть, где я нахожусь. О, кстати, он же еще ни разу не видел моего АКР, а у меня АКР. Treasure Hunter, статрек, сюда на базу, погнали, братва. Просто вот так, я не могу не попасть. Все, он и посадил на тычки. Нормально, нормально. Еще один раунд, я притворяюсь нубом, и я начинаю жестко камбэчить. Ты точно отдашь киргол, пацаны? Я, ребят, я первый раз таким нубом, но чтобы настолько плохо человек играл... Очко ставлю. Я смотри, какую я смешную букву S написал. Опа, на! Сюда, дорогулечки ты моя, давай, давай. Все, последний раунд, я начинаю камбэчить. Я бегу. Что он творит? Все, ребята, вот прямо сейчас я начинаю использовать мой планшет и смотреть, что же он там будет делать. Уже 9-0, и Киргол сейчас отвечаю, просто 100% будет у меня просто вот так. Desert Eagle, все, ребята, я начинаю камбэчить. Решающий раунд, это будет очень тяжело. Он взял P350 и хаешечку. Он сейчас будет идти тут снизу. Давай, 3, 2, 1. Да, попал! 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 Пода! Сюда, на базу! Что? 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 Это что было такое, а? Беру М16 и набор сапера. Импулечка. Так, ребят, пока что все идет по плану. Я думаю, он просто в шагах от моего легендарного камбэка. Так, он пошел через Темку, я вижу. Пошел через Темочку. Сладенький ты мой. Префаем. Раз, два, три. На! На базу! Что? Что, твою? Я из-за тебя футболку порвал! Скотина! Скотина! Аккуратненько, потихонечку, помаленечку. О, он в пленту с пистолетиком. Трачь, получи по головочке. Заплатил, заплатил. И пошел прятаться в ребра. Ха-ха-ха-ха! Ля, ребят, ща будет прикол. Вы готовы? 3, 2, 1, погнали! На! Откуда ты знал? Ну, ребят, пока что мы еще не расслабляемся, потому что я могу в любой момент что-то слить. Поэтому все, не расслабляемся, потеем, играем на всю силу. Все, погнали. Я возьму хаешку и молик и попробую забросить прямо в него. Он купил себе АКР, и я прям сейчас бросаю маслину и давай попадаю. Блювану. На, попал, я сейчас попал. Блювану, бесстыжая рожа. И давайте молик брошу, оп, на базу. Что? Он... Это просто гениальный мув.
это мой день 4, да! Да! Что? Мухмат! Вонючий Мухмат! Это твоя рожа! Запомни! Also stroke? Что он там делает? Он опять стоит на базе ФК. Ах ты мой маленький. Стоишь на базе ФК. Зря, зря, поверь ты мне, зря. Раз, два, три. Давай. И на 68. Откуда он это все знает, а? Ребята, это просто, это золотой рецепт, как всегда тащить. Посмотрите, просто это секрет к любым победам. Слушай, у меня есть одна гениальная идея. А может я флешечку прям в него заброшу? Вот так вот, оп, нормально. На! Дядь, а куда это мы спешим? Куда это мы спешим? Фу, я обосрался! Я подливо обосрался! Фу! Нормально, счет 5-9. По красоте! Хэштег непогано! У меня есть гениальный мув! А давайте немножко за крысю. Я пробую сесть в треборах и буду ждать его и брошу дым, чтобы меня точно не запушил. Так, он же в тёмку пошел? Дядь. Ля, может прострелю сейчас, как думаете? Давай! Да! Прострел! Прострел! Что? 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 Вебка! Я вебку сломал! Я вебку сломал! Я возьму авик! Авик, это будет полный разносик. Нормально. Вот давайте мы еще подождем, чтобы он подошел к проходу. И я прям по нему хаешку прям ему в лицо брошу. Интересно, сколько хп я смогу отнять. Я закупиться не успел, баран! Я закупиться не успел, баран! Бросаю! Попаду или нет, как думаете? Ой, блин, мимо. Да попал, попал, 73 хп! Как он сейчас это сделал? Откуда мне граната прилетела? Он даже не понимает, откуда хаешка прилетела. Имба? Я в дыму. А он плентит. Тише, тише. А, давай, 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 давай. 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 Блин. Это полный трешняк. У меня на яйце залагала вебка! Мухмат, почини, почини вебку, баран, почини вебку! Блин, ребят, ну я обожаю такие видео! Давайте так, вы наберете как можно больше лайков, и я сниму продолжение троллинга и стролю еще кого-то! Ребят, с вас лайкусик, подписочка, и полетели! Оп, нормально, попаду или нет, как думаете? Мимо. Ну ща, моликом по-любому попаду. Все, найс, 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 найс! Блин, не моликом промахнулся, че я слупас такой? У меня есть гениальный мув. Я буду просто сидеть тут. Все, идеально. Он идет ко мне. Он сверху. Ч-ч-ч, он опять меня не увидел. На! Блин, я просто гений. Это будешь ты. Это будешь ты, если ты не отдашь мне свой керамид голд. Статрек, так, ребята, счет 8-9. М60 и хае хочу. Хае и моли. Он взял финфолезер. Ух, эти богачи. Где он? Он тут, он тут, он тут. Он тут. Главное не шагнуть. Ха-ха, 9-9. Хочу керамид гол. А мне один раунд. Я сломаю сейчас что-нибудь. Я тебя перенесу. Ой, хорошо. Он идет на лонг. Получай, получай. Имба. Блин, он что, опять в тёмку пошел? Да определись уже, он то лонг, то тёмка. То лонг, то тёмка, то лонг, то тёмка. Да! Домой! 10-9! Мы это сделали! Блин, какая там у него реакция, прикиньте. Ля, я ему порвал задницу. Мать моя женщина.
Ютуб, это все шутка! Короче, брат... Короче, ребятки, прямо эту секунду прожмите огромнейший лайк, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, если понравилось подобное видео. С вами был ваш Кентуха, всем хорошего настроения, всем удачки и всем пока-пока! Там чел в наблах сидел! Я никогда больше не поведусь! Твари!